Так, слева, в левом нижнем углу ищем Марс. Вот он. Будьте любезны. 20 августа 2020 год, Харьков. 4.52 по Киеву. Облачность вообще не за нас. Ну что имеем, то имеем. Сейчас попробую резкость поиграться. Не надо играться резкостью. Так, ну это пока автоматические настройки. Упс. До Марса сейчас 81 миллион километров. До 13 октября Марс будет к нам приближаться. И приблизится аж до 62,5 миллионов километров. Ну вот уже спрятался. Давай. А вон он. Да, облачка, конечно. Но есть возможность по времени поснимать. Решил. Попытка не пытка. Но если не смотреть, как я на резкость навожусь. Пойду поснимаю. Так, по идее, может, даже Фобос можно было бы уже увидеть. Ниже и правее должен быть Марса сейчас. Фобос, спутник Марса. На одном из дублей. С неделю назад видел. Грубо говоря, полюсе. Чуть левее белое такое. Вот, зараза, опять облако. Ну, пошли пока Венеру, может, посмотрим. Там оно вроде более чистое. Более чистый кусочек неба приближается. Да. Венера вообще... Никак. За сплошной облачностью. А вон Марс. Да, на южном полюсе видел какое-то белесое явное пятнышко, но не уверен. В комментариях пишут, что это полярные шапки ледяные на южном полюсе. Мне кажется, что это все-таки был Фобос. В тот день как раз Фобос касался буквально Марса. Ну что, я на экранчике даже фазу вижу Марса. О, пошли, пока Венеру снимем. Как раз нам закрыл. Марс закрыл, а Венеру открыла. А Венера как раз удаляется. 114, по-моему, уже миллионов километров до нее. Да, так вот, когда Марс будет в октябре, на ближайшем расстоянии в этом году, противостояние будет, оно раз в 26 месяцев происходит с Землей. Он будет ярче Юпитера.
чему я, конечно, был поражен такой информацией. Юпитер это, я был абсолютно уверен, что после Венера. Сейчас. О, вот она, наша красавица. И хорошо фазу видно, даже на таких настройках, но из-за того, что через облака поглощают часть света и в засвеченность уходят от Венеры. Ну ничего. Так, давай-ка я на других настройках попытаюсь снять. Я был уверен, что ярче всего Солнце, Луна, потом Юпитер. Оказывается, вот бывают эпизоды, когда и Марс ярче Юпитера. Хорошо, 20 августа 2020 год, Харьков. Переходим на другие.